Здешние монахи хорошо помнят и знают этого отшельника. Он ушел в ретрит. Добровольное уединение для постоянной медитации. В конце пути он стал архатом, святым, который без остатка ушел в нирвану, причем не доставив живым хлопот со своим бренным телом. В момент перехода силы сознания архат превратил материальный субстрат своего тела в энергетическую сущность. Его тело распалось на атомы. Внешне это выглядело как радужное сияние. Осталась лишь одежда, куча тряпья и ороговелые части, волосы и ногти. Монахи показали нам эти остатки одежды. Для них это бесценная реликвия, хотя относятся они к этому совершенно спокойно. Это обыденное чудо.